А накануне техникум принимал гостей со всего округа. Тут состоялся окружной фестиваль педагогического мастерства. Преподаватели среднеспециальных учебных заведений из Надыма, Муравленко, Губкинского, Таркасале и Нового Уренгоя получили возможность пообщаться с коллегами из других городов и поделиться своими наработками. В программе фестиваля – конференция, посвященная инновациям в образовании и открытые уроки, где участники обменялись профессиональным опытом и знаниями. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. На первый взгляд можно подумать, что студенты в белых халатах – будущие медики. Специальность выдают колбы с реагентами и измерительные стаканы. Перед нами будущие химики и лаборанты. В рамках фестиваля педагогического мастерства открытый урок для них проводит преподаватель со стажем Елена Прудникова. В профессии она больше 18 лет. Инновационный подход в системе образования приветствуют, но от традиционных форм обучения не отказывается. Мы учим студентов работать и с лабораторным оборудованием, и с реактивами, потому что им это в будущем пригодится при работе на том же заводе. И здесь мы, конечно же, учим их, как с этим работать, а это все в традиционной форме. То есть это им нужно будет постоянно в их будущей специальности. Возможность на практике попробовать, что с чем реагирует и взаимодействует – один из методов традиционного обучения. В химии без него не обойтись. Оксана Никитина обучается по специальности переработка нефти и газа. Будущую профессию выбрала осознанно. Везде требуются химики, лаборанты. Не только на нефтегазовой промышленности, но также в любой, где бы мы ни посмотрели, везде нас окружает химия, и наша специальность будет достаточно востребована. Для студентов открытый урок – это возможность продемонстрировать полученные знания. Для их педагога – показать свою манеру преподавания. Профессиональными навыками и наработками преподаватели делятся не в первый раз. В этом году организаторы поменяли формат. Встреча педагогов проходит в рамках фестиваля, который позволяет расширить границы мероприятия. Формы могут быть разные. Самая главная идея – дать возможность педагогам собраться, пообщаться, поделиться какими-то проблемами, попытаться найти пути решения этих проблем и в совместном творчестве обменяться и найти как раз вот эти решения и подходы для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы стать более качественным, вести более качественную подготовку. Профессиональный рост педагога зависит не только от багажа его знаний и накопленного опыта, уверены организаторы фестиваля. Внутреннее обогащение преподавателя напрямую зависит от общения и возможности как поделиться своими наработками, так и принять что-то на вооружение. Любой опыт бесценен. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».